открыли круизный сезон. В Одессу впервые за 2 года зашел круизный лайнер. Встречали Sea Dream 2 на Одесском морвокзале оркестром. Судно построено в 1985 году и выглядит оно как огромная яхта. 105 метров в длину и 15 метров в ширину. На борту находится 100 членов экипажа и 57 пассажиров. Конечно же, все вакцинированы. Коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес не только в нашей стране, но и по всему миру. Так, на 2021 год было 22 заявки на заходы в воды Одесской акватории международных круизных лайнеров, но теплоход Sea Dream 2 оказался первым. Впрочем, у администрации Одесского морского порта есть надежда, что следующий сезон не подведет, ведь порт получил около 30 заявок на заходы круизников на 2022 год. Хороша новина, тому що зазначений суднозахід дозволить безпосередньо подати знак іншим туристичним компаніям, що Одеса може і вміє приймати туристичні лайнери. Та в наступному році ми вже очікуємо те, що кількість круїзних суден буде збільшена. І на сьогодні ми вже маємо близько 30 заявок на 2022 рік. Для туристов из США и Канады, которые прибыли в наш город, организовали специальную программу. Они посетят самые знаковые одесские достопримечательности – оперный театр, Дерибасовскую и Приморский бульвар. У порту він буде знаходитися до завтрашнього дня. Екскурсійна програма по місту – це відвідування наших основних достопримічательностей – це оперний театр, центр міста, а також вся екскурсійна програма, яка буде запропонована туристичним оператором. Нам удалось пообщаться с иностранными туристами и узнать их первое впечатление о нашем городе. Гости города-героя были приятно удивлены теплым приемом. Под аккомпанемент живого оркестра встречают далеко не всех. That was so much fun with the music and just coming in, and because we didn't know what to expect, so it was wonderful. And we were surprised how big it is along the beach. Yes. Odessa? I mean, the music. You arrive, you know, and bang, 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 bang. That's fantastic. I mean, that was my first impression, and the last one because it's the next. You know what's good. Coming next, that we will see. So if you come back tonight or tomorrow, I will be able to tell you what was the second emotion I had. Морская мечта стартовала 21 сентября из греческого порта Пирей. Судно посетило Скирос, Кавалу и Гемлик. Пройдя через Босфор, Sea Dream 2 заглянула в болгарский Бургас, румынскую Констанцу и к нам в Одессу. Далее лайнер последует в Варну и закончит свой маршрут в Стамбуле. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».